О, как быстро загрузилось, слушайте. Всем привет, ребят. Блин, я забыл, что делать тут надо. Сегодня мы с Жорой и Бримом играем в Stronghold. Всем привет, ой, дорогие друзья. Грусть. Сегодня мы с Фэткэтом и Бримом будем играть в Stronghold. Неплохо, неплохо. И не поймешь же, троллишь или типа нет. Шабат шалом, православные. Ну вот не поймешь, не поймешь. Да. Ладно, вот так. Ну что, правила прежние. Короля не юзаем ни для захвата, ни для сражения, окей? Только если на базу кто-то нападает, тогда можно заюзать призыв. Договорились? Йоволь, май фюрер. Отлично. Так, там у кого-то... А где железо, кстати? Вон. Или его здесь нет? Походу нет, я не играл эту карту еще ни разу. Ужас. Не видно. Капает. Да, вроде нет железа, только камень. Капает. Жалко, жалко. Можно было лесопилку одну бесплатную поставить. Вот что бывает, когда долго не играешь. Че у вас? Лёх. Ты поставил бесплатную? Нет. Я да. Сам Лёх. О, нифига, у Брима... Откуда у тебя столько дерева? Надо просто знать фичи. Знаешь фичи? Ладно, немножко. Что-то пошло не так, я что-то всираю сильно. Ладно. Еще дерево. Эти яблоки для Леги. Еще сколько дерево. Сколько может? Так, теперь нормально. Теперь вот эти штуки ставим. Пусть похвалуют эти крестьяне, заебали. А, может, надо было вот так сделать, пофиг. Ваша популярность. Стоп, стоп, стоп. Сюда. Да. Так. Налоги, налоги. Все. Пожалуйста, только не в минус. Только не. Не смей. Украинский Путин. Нормально. Нормально. Все равно минус 5 забрали, гады. Ну ладно. Главное, что не в минус. Обузишь, да? Обузишь. Как вообще это работает? Я отменил налоги. На плюс один у меня осталось. Проходит 20 секунд, и мне минусуют пятерик. За что? Уже нет налогов. Халявы не будет. Это несправедливо. На халяву захотел пожить. Да в смысле не на халяву, на налоги. Ну это халява. Ты что думаешь? Мои крестьяне деньги просто так получают, что ли? Это тяжелый труд. Один из противников получил... Который я решил заобузить. Так, надо домик еще. Один из противников получил новый титул. Да каковы, да что происходит-то? А где... Где мое? Что я не так? Я же вроде все правильно делаю. Так, давай... Сюда, давай сюда. Жрите быстрее. Давайте мне честь. Почет. У тебя нет чести. Все у меня есть. Нет пыва. Так, о, отлично. Так, посвятил меня. Это я. Головка, 3, а? Ну ладно. 4, 5,
6. Ты хотел сказать головка? Ну ты, нет. Ну ты мразь. Бидло. Никак не отконтрил бы, но я тебя пожалел. Ну да, ну да. Вот, вот сейчас уже байтишь, да. Так, хорошо. Это есть. Все, давайте. Ага. Так, вот это теперь надо ставить. О, титулы, титулы пошли. Все это не настоящие титулы, это как бы вы внуки депутатов купили за деньги себе. Неправда. Как диплом. Я обычный грузинский пацан. Я максимально осуждаю. Я обычный грузинский пацан, который приехал в город, ничего не понимая. Меня обвиняют в этом. Так, окей. Он не влезает больше. Ладно. Я посвящаю тебя. Так, пошла жара. Теперь нам нужен камень. Угу. Куда-нибудь сюда. Один из противников получил новый титул. Догоняют, по титулам догоняют. Что мне можно еще? А, можно вот это построить. Еще максималочку сделаем. Так, теперь... А когда мы, типа, воевать можем? Да хоть сейчас, если у тебя есть войска. Но подай. Но без короля. А, уже можно нападать? Ну да. Это у меня шиза. Надо купить вооружение тогда. Не хватает. Один из противников получил... Бля, эпидемия коров. Когда можно будет пиво делать, я не понял. Чё так долго-то? Алкаш. Я не алкаш, я оценитель просто. Котик, алкоголизм убивает. Блять, сдохли овцы. Ну вот, вот это тайминг. Так нехер было поить овец алкоголем. Откуда ты узнал, что я пою овец алкоголем? Потому что они умерли, это же очевидно. Ну да хуй. Я не говорил, что я даю Инксоку алкоголь. Ты говорил, что они умерли, мне этого достаточно. Остальная информация — это вранье. Фальш. Ты, да, ты пытаешься себя обелить. Так, мне что-то не хватает. Сыра не хватает. Сюда. Души. Как сказали бы люди без души, тебе не хватает души. Если вы понимаете, а помню. А может и не понимаете. Ну, в общем, наверное, понимаете, о людях без души. Как ты догадался? Не понимаю, если честно, с Брима диалог. Мне не нужно понимать что-либо. А куда я дел? А ну-ка, вернем наши земли. Так, время построить стену Трампа. Зиккурат. Так. Залмурат. Это Отака! Хлопцы! Хлопцы! Нас набих! Куда бьет, скотина? Так, тихо. Хлопцы, слава нации! Ты что, убил двоих, что ли? Умон! Вызывайте Умон! Пидорас, пидорасина.
Ой, тихо, тихо. Что там происходит? Нет, 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 нет. Георгий, ебать в зопу. Да что? За то, что ты пидорас. Бля. Так вы же в команде, почему ты на него... Мне нечего сказать. Вы в команде. Вы в одной команде же с ним? Забыл? Нет, мы в разной. ФФА же. Мы же ФФА. Это не ФФА, вы в одной команде, алло. Ретарды. Кто сжигает мне экономику? Так это я. Сука, останови. Я же красный. Блядь. А Жора желтый, вы в одной команде, наркоманы. Не в одной команде. Блять, в одной команде. Я вам сам команду поставил. А, ты команду нам поставил? Ну да. Пиздец, я думал ФФА. Так. Не хватает оружия. Блин, нифига недоступно. Что это такое? Ладно, поднасрал хотя бы Бриму. Уже кому-то поднасрал, уже на душе радостно. Бля. Натянуть тетиву. Один из противников получил новый титул. О, блин, стены построил. Ну, нифига, нифига, окопался. А, тут же только с одной стороны можно зайти. Это неприятно так-то. Ну ладно, ладно. Справедливо. Так, ну чё, давайте мне титул. О, пыво. Пыво. Ну все, теперь и я. Теперь и ты пыло. Да? Да. А я рыба. Наши луки будут петь. Не ожидал? Не ожидал. Бля, ну логи, не надо ну логи. Я плохо, что тут нельзя добывать это железную руду. Соглы. Один из противников получил новый титул. Прим, держись! Сейчас будет все. Инженеры к вашим услугам. Вам что-то нужно? Как ни хрена. Наши луки готовы. Каков план? Мы выходим. Мои метатели кольев. Наши инструменты готовы. О нет, а как выйти отсюда? А, или мы живем, что ли? А, мы живем, хорошо. Фух. Или мы не живем? Может, мы убьем их? Мы пошли. Все, нормально, договорились. Так, мне нужно вот это. Не хватает. Вот это. О, бежит.
протеста они объявили недельную забастовку. Недельная забастовка крестьян. А как это работает? Крестьяне жалуются на копытную гниль, сэр. Объявили забастовку. Захожу в отчет о популярности события. Плюс 5. Хорошая забастовка. Можно еще? Вообще офигенная забастовка, если так подумать. Мы готовы к работе. Натянуть тетиву. Да, мой лорд. У нас возникли проблемы. Мои верные лучники. Чем мы можем помочь? Инженеры к вашим услугам. Или нет? Так, ладно. О, а ты что-то знаешь. Ладно, хорошо. Сюда, я в карманчик. Когда уже будет... Отлично, нам надо поставить вот это. Так, нам нужно где-то вот так. Так, меня наделили новым титулом. Так. Теперь я могу объявить всех котов вне закона. Ничего не понял, но запахло каким-то негативом. Да. Прим, а ты в который раз играешь? Не знаю, уже далеко не первый. Но я давно не играл, как и кот. У тебя какой титул? У меня... Сейчас. Я граф. Ну, типа, это какая звездочка? Типа, 9-я, 8-я? 7-я. А у тебя Жоржетта какая звездочка? Георгина. Не путаться. Так, мы оттеснили украинскую хунту от наших границ. Фашистов. Да. Ах ты ж мраз. Вот это негатив. Так, теперь платите грабительские жестокие налоги, чтобы пополнять казну главной белорусской республики. Нам нужно продать все, что есть жителей наших. И собрать всех тех, кто непозор. Там немецкая экономика. Господин Джорджи, мне кажется, мы обосрались. Не-не, сейчас будет имба, смотри. А, Персифаль! Нет. А что? Сейчас увидишь. По нам стреляют украинцы. Мы вообще-то трансильванцы. Это ага, немцы. Производишь это немцы сало. Им дали, наверное, эти вооружения. Душиться их, душиться. Стреляйте. Правительство недовольны, крестьяне сейчас поднимут революцию. Остановись, не надо, убери этот таран. Зачем тебе? Ты же хороший человек. Ну, может, не надо, давайте как-нибудь договоримся. Я скажу слава Украине, и все станет нормально. Если бы в жизни это так работало. Хочешь Крым? Давай я его отдам. Забирай его. Он мне нахуй не нужен. Зачем ты пробил меня дырку? Бля, вот если бы Киселёв это услышал, как украинец говорит, что Крым нахуй не нужен, вот было бы весело. Ты бы в жизни бы пропал. О, у меня есть идейка. Давайте вот это снесем. Да куда вы кидаете? Держись! Я иду! Высаживайте ОМОН! Блин, Friendly Fire, какого... Какого хера? Найс.
здание сносить. О, амбар. Крицис. Привет. Блин, блядь! Почему ты царя? Почему ты царя спустил? Он же захватит час! Блядь! Блин, блядь! Подумайся нахуй! Есть. Отлично. Так, сюда. Пиздец! Как можно было так затупить? Так даже если бы царь был сверху, у него ничего не было там. Да. Ну да, но он мог призвать этих Он призвал. Женщин. Я призвал ОМОН. Я призвал феминисток радикально. Ну не смысл, надо было сверху стоять. Там слишком много было их просто. Сейчас ты тоже будешь снизу, так что молчи. Ой. Так. А, построил этого гада все-таки. Нет. Давай я отдам тебе все свои деньги. А так можно? Ты же уже проиграл. Ну, я не могу с неба ему. Ладно, тогда я морально тебя поддержу. Короля забери. Пидораса. Если Жора это ты, то тогда ты получаешь титул огромного пацана. Фокусти, прости. Нет, это я получил титул. Я сейчас накинул на него дебаф. Ой, сало, украинский сало, ой, я чехерно сплошные ем, да уж ты мало. Вот это удар ниже пояса, на самом деле. Давай, беги. Беги. Знаешь, что самое обидное в этой ситуации? Я знаю. То, что часть войск выжила, но она ударилась об амбар и из-за этого сдохла. Ах ты ж лошадь! Мужики, догоняйте! Есть! Беги! Какого хрена, блядь? Сука, нацелуй, блядь! Красавы, так его отомстили за смерть наших челов. Засрали надо. Засранец. Пидорас, пидорасина. Проститутка дьявола. Люцифер, паскуда, сатана, Иуда. Подстилка Кремля. Подсос вот это, мерков. Вот это жестко. Сука. Даже не знаю, как его оскорбить. Может, что на рёба. Жора, а почему ты на своем заборе лестницу не поставил? Как ты дефать будешь без лестницы, а? Я не знаю, у меня никого нет. Чему мне так напоминает казаков эти? Блин, байт не сработал. Лестницами. Что напоминает? Казаков, мужики, с лестницей. Разве в казаках были лестницы? Казаков. Ну, типа не самих казаках казаков, а казаков. Которые с чубами. А, челы, которые лестницы носят, что ли? Да. Блин, ты там что-то видишь? Такое впечатление, что у меня зрение полностью посажено. Я вижу какого-то челика красного. Я недавно попытался подойти и погладить котика, гонялся за ним, и это оказался мешок. А я думаю, почему на меня бабки как на долбоёба смотрят? Интересная история. Ну все. Так, ну чё, Жора. Ну, по новостям мы передадим, что тебе помогла Америка. Да. Ну остановись, ну чем Байден ты это делаешь? Помог. Это все фичи фаталиста. Вот фаталист специально сделал ему позицию. Рыцари. Вот есть такие какие-то мерзкие ублюдки, которые делают себе броды и играют против хомячков. Да, ломай, давай, ломай. Миллионеры. Да. Что это такое? На мужика. А, Жор, ты в курсе, что мы играем с покупкой оружия? Эти мастерские оружия не имеют смысла. Я их все равно разрушу. Так грустно прозвучало. Ты разрушаешь то, что даже не имеет смысла. Вам что-то нужно? Ты чё, Нарю? Ну и похер. Нет, чунарёвым ты был бы, если бы разрушал сам смысл. Мы идём.
Знаете, что я вижу? Что? Идар. Это да. Ты что, в зеркало смотришь, что ли? И тот волк, кто волк, а тот, кто не волк. Ну нифига, настроил. Стреляй, Жора, стреляй по нему. В атаку! Ладно. Сюда. Оккупант, сука! Где букли? Нам нужен кто-нибудь еще, чтобы душил тебя. Да, копейщики, что бы вы ни делали, не получится будет. Уже. Куда делся этот... А, вижу. Это имбалансное говно, и он на хосте играет, и с фичами. И я проиграл, потому что тиммейт был новичком. Все, ГГ. Ну ладно. Блин, я в огненные баллисты, кстати, не успел выйти. Пиздец. О, нифига, ты вышел, и игра вышла. Так, ну ладно. Всем спасибо за внимание. Огромное спасибо всем, кто стал моим спонсором. Не болейте. Чао, какао.